Здравствуйте, друзья! Это продолжение рубрики «Ножи для леса». По вашим многочисленным просьбам сегодня мора робуст. Но многие просили сделать сравнение похожих вот этих ножей, ну, внешне похожих. Если вот так смотреть, то у них есть определенное сходство. Мора робуст, мора Pro S и 546 модель. Вот. Сегодня я их сравню на видео и поделюсь своим впечатлением. Поехали. Как всегда, с ножен начну. Я надеюсь, это хорошо видно. Все ножны, они абсолютно одинаковые. Отличаются только вот надписями на вот этих наклейках. Pro S, Robust и 546 модель. Соответственно, ножи можно вставлять в эти ножны, независимо от модели, в любые они встанут. Также ножны можно зацеплять вот так вот, и получается спарка такая, то есть можно хоть сколько ножей, вот до земли можно связку эту сделать и носить. Опять же, насколько это удобно, я не знаю, но такая возможность есть. По ножнам все. Недавно столкнулся с таким мнением, что клинки всех моделей ножей Мора заточены на один угол. Сразу скажу, это совершенно не так. От модели к модели углы могут быть разными. И плюс ко всему, даже на одинаковых моделях, вот я взял специально два ножа Robust, они совершенно одной модели, но по времени это разные партии. И хочу обратить ваше внимание на кончики этих ножей, как вот они спущены. Вот, посмотрите, с одной стороны и с другой стороны. Соответственно, вот так они выглядят сверху, получается. То есть вот у этого кончика острие совершенно другое, нежели вот у этого. Здесь оно такое прям, как у иголочки вот тут, а здесь оно прям очень мощное. Поэтому совершенно разные операции можно делать этими клинками, хотя, казалось бы, это одна и та же модель Robust. Но вот этот кончик выдержит совершенно другие нагрузки, гораздо больше, нежели вот его собрат из другой партии. Поэтому на это тоже важно обращать внимание. Ну, хотя бы знать об этом. Теперь к заточке ножей. Robust режет. 546 режет. Pro S режет. Все ножи практически новые. Robust так вообще новенький. Эти ножи, они буквально практически не были в работе. То есть, можно сказать, тоже новые. Соответственно, заточка у всех на рабочем уровне. Построгаю колышек. Начну 546 моделью. Объясню, почему с Robust я сравниваю именно нержавейки две, а не углеродки, поскольку есть аналоги с красными рукоятями углеродки. В предыдущих видео я их сравнил, и эти ножи из нержавейки, они показали себя в резе по дереву лучше. Поэтому нет смысла, на мой взгляд, сравнивать с углеродками. Интереснее именно с ними. Итак, 546-я. Замечательно кромсает древесину. Здорово. Pro S тоже нержавейка. Кстати, я между собой их не сравнивал, эти ножи. Вот это, мне кажется, лучше режет. Еще раз. Или мне кажется. Так, ну, не могу выбрать. Pro S 546 пока на одном уровне пусть будет. Robust.
арбуз по-другому режет совсем. Он не хочет лезть глубоко. Да, это лезет глубже. Клинок тоньше. А по клинкам здесь, значит, двушка. У арбуза 3,2. 3,2 миллиметра. Хорошо, грызет. Ничего не могу сказать. Но проезд тот же, вот он лезет глубже, пытается. Вот, забраться. Так, 546 модель. 546 модель тоже замечательно. Так, и арбуз. Что могу сказать? Впечатления первые. Вот эти два ножа из нержавейки, они режут определенно легче, чем арбуз. То есть они охотнее идут внутрь деревяшки. Вот, и проще срезают куски дерева. Арбуз, он как-то затыкается. Вот интересно было бы, если бы сделали из нержавейки, посмотреть просто, как он бы работал. Вот он забирается и клинит его там. И если взять 546-ю также. Вот, она все равно продолжает срезать. Вот она вроде уткнулась, но раз и все. Так. Проэс. Как-то вот они без напряга, вот эти две из нержавейки, идут. Если по поверхности вот арбузом работать, тоже легко прям. Практически без нажима режет. Чуть начинаешь глубже, уже надо давить. Немножко силовым резом. 546-я начнет. Так, теперь ProS. Интересно. И непосредственно наш толстячок из углеродки. Это сейчас. Ух ты! Да. Он прям вот бум-бум-бум такими ступеньками. Вот, слышно даже. То есть он и вязнет там. В общем, силовой рез показывает все то же самое. Именно по резу он идет на последнем месте, получается. А вот эти два ножа, я даже не знаю, какой из них на первое место, который на второе поставить, потому что оба работают одинаково, ну, по ощущениям. Может быть, какие-то минимальные, но я их не улавливаю, эти ощущения отличия. Что ProS, что 546 модель, это первое место фактически. Они поделили. Второго нет места у нас. И арбуз – это третье место по резу. Вот так вот. Но, как я считаю, этот нож, он в другом выигрывает. Увидим это дальше. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Рубка ветки. Для вот этих двух легких ножей это скорее не целевое использование. Вот, поэтому... Ну, так, просто ради интереса попробую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это бесполезно, на мой взгляд. Нет. Так, попробую сюда же теперь
ProS. Я даже считать не стал, но это откровенно ерунда. То есть, да, срубил, но усилий затрачено столько, сколько оно того не стоит. Проще было эту ветку срезать именно. Так, рабуст. Рабуст он потяжелей за счет толщины клинка. Ну, вот сейчас давайте под таким ракурсом покажу, насколько его клинок толще. Вот, почти в два раза. Ну, в полтора с лишним. Так, ну что интересно, рабуст. Потому что его вот когда так вот держишь за пету вот эту рукоять заднюю, то получается прям чувствуется, что есть вес в клинке. Ну ладно, сейчас. Раз. Два. Три. Четыре. Она уже вот дрогнула, ветка, то есть. Ну, давайте пятый раз ударю. Все. Для сравнения, там это в разы больше. То есть, какая-то эффективность в рубке у этого ножа уже присутствует. Хотя, на мой взгляд, она все равно не бог весть какая. И проще, да, вот если имеете вот такой нож, все-таки эту ветку срезать. Делается это, то есть нажимаете вот так вот по кругу, застругиваете ее, если она уже срезана у вас. Вот, застрогали, вот она ломается. Плотный орех такой вот этот. Ну вот, вот так это выглядит. Цветочек такой получился. Вот, если, конечно, ветка растет, а чаще всего это так, тогда просто давите клинком и загибаете ее в сторону. Волокна разрезаются под давлением, расщепляются, и все, ветку вы себе добыли. Как-то так. То есть в части рубки рабуст, несомненно, здесь лидер, а остальными ножами просто этого нет смысла даже пытаться сделать. Перерубание палки начну, пожалуй, опять с рабуста. Не совсем удобно ее держать, она длинная. Вот так вот. И сейчас попробую ее разрубить. Так, ну вот она отлетела, потому что ширина ветки, она сопоставима с шириной клинка, поэтому не совсем это удобно, но тем не менее. Ну вот пару раз я ударил, не очень сильно, и ветка разлетелась. ProS, мне кажется, это сделать даже будет проще, потому что клиночек тоньше. А по толщине, по ширине он такой же. Ну, сейчас проверю, прав я или нет. Да. Да, прав. Именно вот если вот такая работа, то даже вот этим ножом это проще сделать. А здесь у 546 модели клиночек уже. И вот узким клинком... То есть он получается уже, чем сама эта ветка, похоже. Но тем не менее, я все равно попробую это сделать в целях эксперимента, так сказать. Да, он ее вот размял, потому что ширины не хватает. В общем, ширины не хватило, и он не может чуть-чуть вот дорезать ее. Вот так это выглядит. Поэтому в такой работе, как я не раз уж говорил, чем шире клинок, тем лучше.
тем больший диаметр в сечении ветки вы можете перерубить. И толщина здесь хуже получается, чем более тонкий клинок. По крайней мере, вот в конкретном опыте получилось вот так. Это вот первое место ProS, Robust только за счет ширины клинка на втором, и 546 с более тонким, узким таким клинком на последнем месте в силу геометрии клинка ему просто не удалось разрубить до конца эту ветку. Попробую построгать этими ножами тонкой работы, огненное перо, это вот орех. Но сухим его назвать, конечно, когда-то он был, ну, летом. Сейчас осень, поэтому он такой условно сухой. Робуст строгает. Робуст строгает вот такими вот он. Интересно. Ступеньками как-то вот. ProS. ProS гораздо проще строгает, и такого дребезжания нет. Мне больше нравится ProS, как работает в такой деликатной части работ. И 546 модель. Тоже замечательно, кстати. Ну, вот они определенно лучше, но какое отдать первое место, сейчас посмотрю. Не могу ни одной из них отдать первое место. Они обе великолепно работают в этом отношении. Поэтому первое место они займут, как и ранее, в резе. Вместе на первом месте. А Robust, он хорошо строгает, да, но, как я говорю, все в сравнении познается. По сравнению с ними он похуже строгает, поэтому... Ну вот на втором месте, эти два на первом, а это вот на втором будет. Потому что не настолько прям он хуже строгает. Но, оп, перышко улетело. Вот такое вот классное перышко получилось. В общем-то, если бы вот не сравнивать Robust с ними, вот здорово строгает. Такой вот работе мелкий класс. Но в сравнении, конечно, они это делают качественней. А вот проверка кончика. Здесь все козыри вот у этого ножа. Давайте. Для сравнения все их вот так вместе. Посмотрите на этот кончик у Robust'а. Это просто мощь, конечно. И вот эти тоненькие кончики здесь. Кстати говоря, ими тоже можно поковырять что-то. Но очень осторожно, друзья. То есть вот ProS я беру. Оп. Да, вот щепочку я выковырял. Но аккуратно. 546 модель. Тоже раз. Оп. Тоже щепочка получилась. Ковырнуть. Вот. И Robust. Robust. Ова. Ну, Robust он глубже. Я его загнал. И он такую более глубокую ямку сделал. Так вот. Вот. Когда трещит вот так вот деревяш, когда ее ковыряешь, мне все время кажется, что сейчас сломался кончик. То есть вот этот звук, как будто отлетел кусочек металла. Но здесь у этого ножа нечему просто отлетать, потому что настолько он мощный, что переживать не приходится по этому поводу. Вот я немножко поковырялся им. Скажу вам, ощущения отличные. Не переживаешь.
Опять же, вот он цепляется, острый, все. Опять же, я не знаю, кто этим занимается, именно вот ковыряниями такими, и для чего. То есть я такими вещами особо, не то что особо, вообще, наверное, никогда не занимаюсь в походе. То есть такой нужды у меня никогда не возникало, что-то ковырять, расковыривать. Может, когда-нибудь возникнет, но на данный момент я пока не придумал, для чего мне вот такое вот действие может понадобиться. Соответственно, но тем не менее, если кто-то этим занимается, фаворит, вот он один, эти они в подметке не годятся вот такому мощному кончику. Соответственно, кто часто занимается ковыряниями древесины, там чего-нибудь, я не знаю, личинок каких-то добывает там. В общем, нож для дятла вообще идеальный. Снятие коры обухом ножа. Обух зализан, аналогично, на рабусте то же самое. В общем, здесь нет граней острых для того, чтобы такие манипуляции осуществлять. Соответственно, сейчас покажу для примера нож, который у меня на поясе. Это мой любимчик Bushcraft Black Blade. Вот как он работает. Здесь обух сделан таким образом, чтобы можно было работать с огнивом. Соответственно, без проблем чистит вот эту кору. Можно также какую-нибудь рыбку почистить, карасиков, там окуньков. То есть так, в принципе, неплохо с этим справляется. Вот здесь ничего такого. Давайте проверю сразу остроту ножей. Собственно, я тут особо им ничего такого не делал, чтобы она села как-то. Тем не менее, 546-я, вернее, ProS, вот это 546-я, все отлично. Рабуст, по-моему, лучше стал даже резать бумажку. Ну да, потому что у него был вот такой вот срез. А сейчас он прям, видно, заусенец обломался, стал лучше резать. Как-то так. По рукоятям, что вот хочу сказать в работе, да, конечно, что у ProS, что у Robusta, вот она, рукоять одинаковая. По габаритам она у всех одинаковая. Вот. Но здесь вот сверху и снизу резиночки такие есть. Прорезинена она. Вот это, конечно, классно. Соответственно, здесь это такая пластмасска, можно сказать. Да, она текстурированная, но тем не менее по-другому она вот в руке. И, конечно, когда вот это вот ощущение прорезиненности, то я вот за такие рукояти, они удобнее, на мой взгляд, нежели у самого простого ножа из этой серии. Что касается работы с огнивом, эти ножи, они максимум, что могут, это вот высекать искру вот этой вот маленькой областью обуха. Вот. И то это не всегда, это неудобно. В процессе, когда вы это делаете, можно испортить кончик, острие ножа. Соответственно, ну, есть такая возможность, крайняя необходимость, но она совершенно подчас не оправдана. Поэтому, кстати, нашел старое свое огниво, еще вот эту рукоять сменилось вот этих стержней порядка, я не знаю, 25-30, наверное. То есть это такая прям вообще давнишняя рукояточка, одна из самых первых. Вот она вся такая сломанная, разбитая, но тем не менее. Вот стержень тут вот стоит. Давайте я вам покажу на вот этой бумажке, которую я резал, как оно работает. Это все огниво Pro, соответственно, тут все четко. Потому что какая была ни была рукоять, огниво Pro — это огонь.
Вот так вот все это горит. Сейчас такой уже промозглый осенний денек, поэтому тепло от огня, оно очень даже приветствуется мной в лесу. Теперь хочу попробовать огненное перо, вот это, которое я настрогал. Оно не очень сухое, но тем не менее. Попробую его запалить. Главное, чтобы искра зацепилась. Вот она провалилась. Еще раз. Давай. Вот. Друзья, огниво про не подведет. Вон, дым идет белый, так что оно такое сыроватое, конечно. Деревяшка. Но, тем не менее, вот так вот настрогав, можно добыть огонь. Дальше, конечно, она гореть не будет уже. Вот, но от такого огонька можно поджечь уже что-то более существенное. Решил я еще настрогать огненное перо. Хочу подлиннее такие стружечки сделать. Ух. Расщепилось. Ну, можно просто стружек даже настрогать. Не обязательно что-то было все вместе. Просто так как-то поудобнее. Но совершенно не обязательно. Так, рабуст. Прям не нравится, как он работает. Но когда берешь ProS, еще интересней. Так, 546-я. Ну вот, в принципе, совместными усилиями трех ножей. Вот. И теперь с помощью огнива Pro буду поджигать. Так, пошло, пошло, пошло. Сыровато, но ничего. Огнива Pro, друзья, это огонь. Несомненно. Хорошо. В осеннюю пору погреть слегка озябнувшие руки. Да. Так что вот кресало — это такая вещь, она порой необходима, когда нет у ножа нормального обуха. Да и даже если он есть, если вы режете продукты ножом, а чаще всего в походах именно этим люди и занимаются, то вот это кресало, оно выручает, поскольку оно вот пачкается, все там в копоти вот в этой. Зато нож чистый, его не надо мыть лишний раз, и можно резать продукты, то есть использовать его по основному назначению, поскольку это самое распространенное, что делается в лесу. На этом все, друзья. Теперь подытожу прям небольшой вывод. Основное, что я здесь, конечно, хотел посмотреть, это работу вот этого ножа Robust. Вот, но на его фоне мне очень понравились вот эти два ножа, которые я до этого уже испытывал. Они достаточно равнозначно работают по дереву именно в части реза. Но рукоять удобнее у ProS за счет прорезиненности. Вот, этот нож, он самый бюджетный из этой линейки. Вот. А что по Robust-у? Robust — это такой клинок, который уже не просто сломать, как у этих ножей. То есть, если кто-то занимается чем-то таким подобным
я даже не знаю, как это назвать. Ну, колет что-то ножом, да, как топором практически, ковыряет им, то вот этот нож, наверное, такому человеку подойдет. То есть я не вижу для себя вот каких-то предпосылок именно использовать такой нож, потому что мне, вот, допустим, ProS нравится гораздо больше, он и легче, и режет по дереву лучше. Как-то вот я, наверное, склоняюсь больше в его сторону, если вот эти три ножа смотреть. Это мое чистое мнение. Опять же, там кто-то скажет, да нифига подобного, вот нет ничего лучше Робуста. И он будет прав по-своему, потому что, скорее всего, всего. Он знает, для чего ему этот нож нужен. Самое главное именно это знать, для чего вам нужен нож. И отсюда можно уже оттолкнуться и выбрать, вот, допустим, вот из этих ножей предпочтительнее для вас, что будет. Пишите свои комментарии под видео, потому что я знаю, что у вас есть у многих ножи. Может быть, даже кто-то их сравнивал между собой. И как вы считаете, для чего нужен вот нож Робуст? Что вы им делаете, если у вас он есть? Может быть, он у вас просто где-то лежит в инструментах, или вы нашли ему реальное применение вот в лесу, допустим. Было бы очень интересно услышать ваше мнение. Это может помочь людям определиться с выбором ножа для своих нужд. Надеюсь, видео было интересным, информация была полезной. Увидимся на канале. Всем удачи!